4 марта 2023 года, 12 часов дня, я, Марат Жаламбаев, кандидат депутата Мажилиса парламента по одномандатному избирательному округу номер 1, город Астана, провожу встречу с избирателями. Встреча будет проходить на набережной около памятника Кенесары Хану. На этой встрече с избирателями хотелось бы услышать все насущные проблемы и вопросы народа, а также ознакомить со своими предвыборными программами. Приглашаю на свою встречу лидеров мнений в округе, публичных людей, членов и руководителей общественных организаций и трудовых коллективов, а также Такаева, всех депутатов, Акима города Астана. Ведь Такаев и его правительство утверждает, что в стране действует слышащее государство, которая якобы ориентирована только на развитие благосостояния и нужд народа. Так вот, 4 марта, 12 часов дня, вам предоставится прекрасная возможность доказать свои слова и обещания, присутствуя лично на моей встрече с народом. Алга, Казахстан.